темная площадка, очень хорошие люди, очень позитивные, много эмоций всяких. Новые люди, новые знакомства. Волейболисты вообще, это семья большая. Так что будет, если что, с кем потом созваниваться или встречаться. Ну, сам стадион произвел на вас приятное впечатление, да? Очень хорош. Нормально? Похоже на аккуратно. Достойный уровень, не хуже, чем в Одессе? Нет. Не хуже. Какой у вас настрой? Настрой боевой, будем пытать, но победить сильнейший. Не расстроитесь? Очень сложно просто оценивать соперников, так как у всех есть свои козыря.